25 марта в магазине интеллектуальной литературы в Переплете состоялся очередной необычный урок от креативного бюро рекламы. Как вы думаете, какой наукой мы владеем? Химия. Химия, правильно. В рамках научно-популярного шоу «Чокнутый профессор» юнопензенцы могли не только увидеть, но и поучаствовать в зрелищных экспериментах. Это будущая зубная паста динозавров. Раскрыв секреты древней гигиены, юные химики принялись за освоение альтернативных методов надувания воздушных шаров и приготовления настоящего марсианского чая, для чего с Красной планеты был доставлен целый чемодан сухого льда. Как вы думаете, может из вот такого снега состоять целая планета? Звание чокнутых профессоров полностью оправдалось. Все, пролил. Итак, что-то не могу я и пошевелить. Рука Понга подверглась действию жидкого азота, в котором за несколько минут до этого были заморожены помидоры и яблоки. А настоящая живая роза позже превратилась в множество осколков, которые были тут же розданы на память всем желающим. Ну-ка, Понг, погляди туда. Вот что-то. Вот там вот мы его. Освежи его. Мощным катализатором всех реакций стали щедрые детские аплодисменты. Минус 180 градусов, друзья. Оголенная рука моя. Что будет сейчас, если включу руку? Ничего не будет, наверное. Замерзнет, да? То есть, думать, отвалится. Ну что, смотрите, вот он азот. Несмотря на строгое соблюдение техники безопасности, одна реакция все-таки вышла из-под контроля. Уровень гормонов счастья в крови всех присутствующих повысился больше обычного. Это позволяет надеяться, что химия теперь станет одним из любимых школьных предметов юных пензенцев.